Хватит на это смотреть, по этим сайтам, каналам пройтись хорошенько. Погибла женщина в Витебске, никакого там коронавируса, и после гибели взяли эти анализы несколько раз. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Для того, чтобы создать панику. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы мимо проходим таких людей, которые это делают умышленно?